Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня среда и начинается свадьба. Сейчас из Афьона, деревни Демирли, мы отправляемся в деревню недалеко от Манисы за невестой. Демирджи. В деревню Демирджи отправляемся за невестой. В общем, надеюсь, что вам будет интересно. Bu gelin almaya giderken araçlar birbirini tanısın diye gelenek bu işte böyle takıyoruz. Ne kes şunu? Vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Tamam amcaya da kes parça. Araba burada kes değil ya. Herhalde. Bir parçaya da şeye kes, Mustafa'ya kes. Tamam. У нас несколько машин, чтобы все понимали, что это свадебный конвой. Вот приехал наш автобус. В общем, нас очень много, 4 или 5 машин, я уже не знаю. Друзья, расскажу вам, что происходит. Вчера жених, тетя жениха и мама жениха уехали в деревню к невесте. Сегодня едем все мы, сегодня в деревне будет свадьба на стороне невесты и женский такой сабантуй, который называется кна. Послезавтра, сегодня точнее ночью, мы уже едем обратно в эту деревню и в пятницу будет регистрация брака в ЗАГСе и потом уже свадьба, непосредственно празднование в деревне. В общем, все это будет длиться до понедельника, со среды до понедельника. До нашего места назначения ехать еще 2 часа. Мы остановились на небольшую передышку. Вот все наши машины, и вы видите, на всех наших машинах повязана вот такая вот ткань. На всех машинах небольшой автобус. Здесь есть источник, можно помыть руки, попить воды. И едем дальше. Мы едем вот в этом большом автобусе. Sen amcamla tanıştın mı? Bizim amcamız Alistan'dı. Yok, Alistan'dı tabii. Alistan tanısın. Alistan amcam, o da eşi, yengem. Arkada Engin var, amcamızın oğlu gene. Onun yanında da Alperen var. Alperen tanıyorsunuz. Практически подъехали к месту празднования, сегодняшнему празднованию. И сейчас мы остановились на ближайшей заправке и ждем жениха. Сейчас приедет жених, и мы всем нашим конвоем, пипикая, поедем в свадебный салон. Поэтому, друзья, вот ждем, когда приедет жених и другие машины. А вот и наш жених тут. А вот и жених. Мерба. Мерба. Насусу. Имся насусу. Имма, да. Жених с отцом. Мерба. Hadi binin de sonra şey yaparız. İnce öpeyim abi. İyi. Ne olur olur. Nerede şey olur?
teslimsiniz. İnşallah teslim. İyiyiz, bizim buradayız. Siz de bir yere mazkiyozayız sonra. Вот так вот здесь все собираются. Приехал жених. И сейчас мы едем к невесте. К дому невесты. Сейчас здесь встречают гостей. Все красивые в костюмах. Жених встречает всех. Сейчас идем в дом к невесте. Мерхаба. Мерхаба. Здесь уже тоже много гостей. Мерхаба. Все снимают обувь и идут к невесте. Здесь очень много женщин и невеста. Невеста здесь. Там. Вот она, наша невеста. Allah'a emanet olun.
Allah. Ya iyi şey olur mu? Adem de. Ekber elinde İrfan. Bir mi? Ben hemen alayım geleyim sana sandalye. Yardım edin de. Geldi mi araba? Geldi geldi al. Babaannen öldürse.
празднования на стороне невесты закончились. Сейчас все фоткаются, и мы отправляемся в деревню к жениху. Чекем.